Экспонаты выставки из фондов музея и частных коллекций. Выставка приурочена к 70-летию Победы и ко дню вручения городу Сочи ордена Отечественной войны первой степени. Это произошло 16 апреля 1982 года. Орден присвоен курорту за самоотверженную работу жителей по лечению и восстановлению здоровья воинов в годы войны и за успехи, достигнутые в послевоенном восстановлении города. В экспозиции представлены раритетные экспонаты, скомплектованные сотрудниками музея за 70 лет, прошедших после окончания войны, и модели военной техники периода Второй мировой из частных коллекций.